делал все, что мог. Он пытался остановить эту бессмысленную, бесконечную, изматывающую войну всех против всех. Он потерял на этой войне младшего брата. Потерял друга, ставшего теперь врагом. Потерял сына. В этой войне победителей не будет. Никто из правителей ни до, ни после такого не делал. Он просил мира. Он был гораздо сильнее. Но предпочел смиренно просить. Дети мои, или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь. Но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое. В середине XI века власть в русском государстве приняло пятое поколение Рюриковичей. Князь Ярослав Мудрый перед смертью распределил своих пятерых сыновей по престолам, завещал жить в любви и не приступать пределов братних. Но княжеский род Рюриковичей будет разветвляться все сильнее. И вскоре новое поколение князей вступит в схватку за власть со старшим поколением. Древняя Русь на много лет погрузится в кипящую лаву войны всех против всех, от которой когда-то пытался предостеречь своих сыновей Ярослав Мудрый. Завещание Ярослава было адресовано его сыновьям и не учитывало многочисленных внуков, кроме одного. Первенцу своего любимого сына Всеволода Ярослав дал имя в честь великого князя Владимира Крестителя, как будто предвидел, что из всего огромного рода Рюриковичей выполнить его волю и удержать страну на краю бездны сумеет только он, Владимир, в крещении Василий. По прозванию Мономах. Его матерью была византийская принцесса Мария, дочь императора Константина IX Мономаха. С детства Владимир свободно говорил по-гречески, как мать, и очень много читал, как отец. Годы, проведенные в нарядном и безмятежном Переяславле, были самым счастливым и спокойным временем его жизни. Отец, князь Всеволод Ярославич, в походы ходил редко, не жаловал шумные пиры, но самозабвенно предавался чтению, подолгу беседовал с учеными монахами и старался не пропускать ни одного богослужения. «Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь». Как отец мой дома, сидя, знал 5 языков, оттого и честь от других стран. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви. Пусть не застанет вас солнце в постели. Князь — это в первую очередь воин. И Мономах с юности был прекрасным воином, сильным, выносливым, умелым. Почетной обязанностью князя как хранителя своих земель была охота. По древней традиции удача княжеского лова приравнивалась к боевой и имела символическое значение. Поэтому князю положено было охотиться на крупных и опасных зверей – медведей, волков, кабанов, оленей и туров. Огромных быков, которые в изобилии водились тогда в русских лесах. Охота на крупных животных в основном была конной. Олени били стрелой, вепри и туров – тяжелым копьем рогатиной.
Самой опасной считалась охота на медведя. Как правило, выходили ранней весной, когда зверь еще ослаблен после зимней спячки. Медвежья охота требовала особого мужества и сноровки. Выманив разъяренного зверя из берлоги, охотник фактически вступал с ним в рукопашный поединок. Он направлял в сердце медведя острие копья, которое называлось рожном. Отсюда пошло устоявшееся выражение «лезть на рожон». Стремясь достать охотника, медведь под тяжестью своего веса сам насаживал себя на рогатину. Затем нужно было быстро перерезать хищнику горло, и только потом можно было праздновать победу. А вот как я трудился, охотясь. Туров пасту загонял и брал без трудов. Два тура метали меня рогами вместе с конем. Олень меня бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал. Медведь мне у колена потник укусил. Барс вскочил и коня со мной опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. Когда Мономаху было за 20, за него просватали английскую принцессу Гиту Уэссекскую. Ее отец, последний англосаксонский король, погиб в битве с норманами, завоевавшими Англию. И вся его семья оказалась в изгнании. Для Гиты брак с молодым русским князем стал спасением. Она родит ему 6 сыновей и 4 дочерей. А старшему сыну Мстиславу в честь своего отца она даст второе имя Харальд. Род англосаксонских королей получит свое продолжение в династии Рюриковичей. Международные браки в то время были обычной практикой. Отец Мономаха был женат на греческой царевне. Старший сын женится на шведской принцессе. Одна внучка будет датской королевой, вторая – норвежской, третья – греческой императрицей. Младшая сестра Мономаха Евпраксия станет императрицей Священной Римской империи. Княжные невесты выезжали в Европу с большой свитой, в которую входили послы, знатные девушки, монах-духовник и военный отряд охраны. Везли с собой множество личных вещей, драгоценности, в том числе подарки и книги. По дороге княжна изучала язык и обычаи новой страны. Доставив невесту к жениху, охрана возвращалась обратно, а свита оставалась с ней. Принцесса Гита, изгнанница, оказалась на Руси без свиты. Единственным близким человеком для нее стал молодой муж. Но спустя несколько месяцев после свадьбы, когда Гита ждала первенца, Мономаху пришлось надолго оставить ее одну. Он отправился в военный поход вместе со своим союзником и двоюродным братом Олегом Святославичем. За 4 похода братья крепко сдружились. И когда, вернувшись, Мономах узнал о рождении сына, именно Олега он позвал стать крестным отцом его первенца. Через год родился второй сын, и снова его крестным стал Олег. Это было счастливое время, они были молоды, и делить им было нечего. Но очень скоро все изменилось. Порядок престола наследия определялся так называемым лествичным правом от слова «лествица», то есть «лестница», которое предполагало передачу Киевского престола от отца к старшему сыну, а затем от брата к брату в порядке старшинства. Остальные князья занимали свои престолы поочередно, перемещаясь вслед за старшим братом. Распределять уделы между сыновьями мог только князь Киевский. А те князья, чей отец не успел занять Киевский престол, выпадали из системы и оставались без уделов, то есть становились изгоями. К
Когда умер отец Олега, киевский князь Святослав, по праву лествицы на киевский престол взошел его брат Всеволод, отец Мономаха. А сам Мономах переместился в Чернигов. Но Олег тоже хотел получить Чернигов, считая его своей отчиной, потому что там когда-то правил его отец. Олег бежал на юг, там объединился со своими двоюродными братьями, которые тоже остались без уделов. И три князя-изгоя начали войну за земли и власть. Так впервые произошло столкновение двух принципов престола наследия. Лествичного – от брата к брату, и отчиного – от отца к сыну. В конце концов, спустя десятилетия победит именно отчинный принцип, за который бился Олег. И обеспечит это никто иной, как Владимир Мономах. Но в 1078 году они с Олегом оказались по разные стороны. Олег был готов на все и средств не выбирал. Первым из князей он сам привел на Русь ее злейших врагов – половцев. Половцы или кипчаки – кочевой тюркоязычный народ. Орда насчитывала около 40 тысяч человек. Размер кочевья каждой орды – около 100 квадратных километров. Основной силой половецкого войска была легкая кавалерия. Половцы не умели брать крепости и предпочитали ходить в грабительские набеги. Разоряли малые города и деревни на границе со степью, уводили в плен тысячи людей. Изматывающая война с половцами длилась полтора столетия и едва не обрушила русское государство. Но Олега не смущали последствия половецких набегов. Он будет приводить степняков еще не раз, за что получит прозвание Гориславич. И горькая память о его делах на века переживет самого беспокойного из всех князей. Чтобы его унять, киевскому князю пришлось подкупить крымских хазар, которые похитили Олега и увезли в Константинополь. Оттуда Олег сумел вернуться далеко не сразу и только в тьму Таракань, где просидел тише воды ниже травы целых 10 лет. Тьму Таракань или Таматарха – античный город на Таманском полуострове. В конце X века был столицей Тьму-Тараканского княжества в составе древнерусского государства. Преобладающее население – греки и народы Кавказа. Тьму-Таракань был самым отдаленным городом Руси, поэтому его название стало именем нарицательным, означающим «отдаленную глухую провинцию». На Руси снова наступил мир, но весьма непрочный. И киевскому князю Всеволоду стоило больших усилий его поддерживать. Его племянники постоянно ссорились из-за уделов. Приходилось их мирить, переводить с престола на престол, кому-то угрожать, кого-то уговаривать. Для Всеволода это было уже непосильной ношей. Он начал болеть, заметно одряхлел, сам почти не выезжал из Киева. Его правой рукой, исполнителем его решений, стал старший сын Владимир Мономах. И он же взял на себя оборону от постоянных набегов половцев. А это означало походы, сражения, переговоры, бесконечные версты дорог. Из Чернигова в Киев около 100 раз ездил к отцу. А всего походов было 83 великих, а остальных я не упомню меньших. Беда пришла, откуда не ждали. По всей Западной Европе, в Италии, Франции, Германии, разгоралась эпидемия, названная Антоновым огнем. Причиной, по всей вероятности, был поразивший рожь и пшеницу ядовитый грибок спорынья, вызывавший тяжелое отравление, галлюцинации и гангрену. Пораженные Антоновым огнем как будто обугливались заживо, умирая в страшных мучениях. Моровое поветрие пришло и в русские земли. В
Полоцке только за полтора месяца рождественского поста 1092 года умерли более 7 тысяч человек. Треть всего населения. В Древней Руси существовало несколько форм медицинской помощи. Частная практика, попечительство и больничная помощь. Городские лекари содержали лавки для продажи лекарств, зелий. В отдельные медицинские специальности выделялись костоправы, хирурги-ортопеды и повивальные бабки-акушерки. Профессия врачевателя понималась как особый вид ремесла – врачебное художество. Частные медицинские услуги были платными, если врач был светским человеком. При монастырях существовали больницы, которые оказывали помощь всем нуждающимся безмездно, то есть бесплатно. Когда мор дошел до Чернигова, заболел сам Владимир Мономах. Его пытался лечить некий лекарь, родом армянин, но тщетно. Болезнь только усугубилась. Уже на смертном одре Мономах в последней отчаянной надежде послал гонца в Киев. Звать на помощь монаха Печерского монастыря Агапита, который исцелял даже безнадежных больных с помощью отвара из трав и молитвы. Но Агапит не пришел. Княжескому гонцу он сказал, что дал обет никогда не покидать монастыря, чтобы не прельститься славой земной. И не нарушит его ни для кого, хотя бы и для самого князя. Но помочь согласился. Дал снадобья от своей еды и обещал сугубо молиться об исцелении болящего. Князь был уже при смерти. С трудом разжав зубы, в горло ему влили зелье агапита. И в тот же миг началась агония. Князь погружался в бездонный омут. Но что-то невидимое удерживало его. И он цеплялся. И рвался вверх. И выбрался. Едва оправившись от болезни, Мономах послал в Печерский монастырь богатые дары – благодарить инока Агапита. Но Агапит аккуратно вынес сокровища из своей кельи, а гонцу сказал: «Никогда и ни от кого ничего не брал я. Неужели теперь губить мне дар свой ради золота? Пославшему же тебя скажи. Все, что ты имел, было чужое. И, отходя из этого мира, ты ничего не можешь взять с собой. Раздай же теперь нуждающимся все, что имеешь. Ибо ради этого избавил тебя Господь от смерти». Мономах не посмел ослушаться старца. Он раздал свое имущество нищим. И с тех пор полностью изменился. Теперь смыслом жизни для него стало познание Божьего мира. Все свободное время он, по примеру отца, посвящал чтению книг и богослужениям. Отец Мономаха, князь киевский Всеволод Ярославич, был уже стар, 63 года, и очень болен. Почувствовав приближение смерти, Всеволод призвал к себе самого старшего из сыновей, 40-летнего Владимира Мономаха, и самого младшего, 20-летнего Ростислава. Сыновья были с ним до последней минуты. И оплакивали его, и похоронили в соборе Святой Софии. Мономах долго стоял над отцовским гробом. Что возьмешь с собой в жизнь вечную? То, что пережил, осмыслил, на что надеялся и о чем молился, что за всю жизнь в душе накопил, то и твое. Киевский престол был пуст, а Мономах в одном шаге от него.
Много лет он был фактически соправителем отца. Киевляне с радостью приняли бы его. Из всех князей и родственников он был, несомненно, самым влиятельным и самым сильным. Никто не посмел бы помешать ему занять золотой киевский престол. Никто. Кроме самого Владимира Мономаха. По лествичному праву законным наследником был старший в роду, его двоюродный брат Святополк. Не желая нарушать установленный порядок, Мономах оставил престол ему, а сам ушел в свой Чернигов. Новый киевский князь Святополк, едва заняв престол, совершил фатальную ошибку. Он велел бросить в темницу половецких послов, которые вели здесь переговоры о мире. И вслед за этим немедленно началась большая война с половцами. Святополк позвал на помощь братьев Владимира Мономаха и Ростислава. Пока шли приготовления, младший брат Ростислав поехал в Печерский монастырь помолиться перед трудным походом и попросить благословения. По дороге его дружинники едва не затоптали конями пожилого инока Григория, который шел к Днепру за водой, и стали издеваться над его стариковской неповоротливостью. Григорий не рассердился, но на лице его отразилась глубокая скорбь. Он сказал: «Плачьте о своей погибели и кайтесь в своих согрешениях, ведь вас уже постиг суд. Все вы с князем вашим умрете в воде». Услышав это пророчество, князь Ростислав взбеленился. «Мне ли предсказываешь смерть от воды?» В ярости он велел отрокам утопить старца в Днепре. И в монастырь не поехал. В конце мая объединенное войско трех князей вышло навстречу половцам. В 30 километрах от Киева за рекой Стугной уже стояли орды ханов Баняка и Тугаркана, которого на Руси называли Тугарин Змеевич. Стугна той весной необычайно сильно вздулась от половодья, и форсировать ее было опасно. Но киевский князь велел идти за реку на врага. Половцы сначала прорвали строй дружин Святополка, потом опрокинули войска Мономаха и Ростислава. Русские побежали. На их пути кипела бешеная Стугна. Мономах спешился и плыл рядом с конем держать за повод. Ростислав въехал в воду верхом, и стремнина выбила его из седла. Мономах, бросив коня, рванулся к брату. Он успел вцепиться в протянутую руку, успел увидеть почерневшие от ужаса глаза, но бурлящая река вырвала у него Ростислава и унесла. Мономах с трудом выбрался на берег. Он долго лежал на песке, захлебываясь речной водой и слезами. Половцы дошли до самого Киева, разорили его окрестности, увели огромное множество пленных и продолжали бесчинствовать еще не менее года, пока Святополк не заключил мир с Тугарканом, для чего ему пришлось жениться на ханской дочери. А тем временем другую половецкую орду на Русь привел по своему обыкновению неугомонный князь Олег Гориславич. На этот раз он пошел прямо к Чернигову забирать свою отчину у бывшего друга, двоюродного брата Владимира Мономаха. «И билась дружина моя с ними 8 дней, и не дала им войти в острог. Но пожалел я христианских душ и сел горящих и монастырей и отдал брату отца его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переяславль». Но Олегу и этого было мало.
Он пошел на земли бывшей отчиной Мономаха. Усобица набирала обороты. В войну включилось уже младшее поколение князей. 18-летний сын Мономаха вступил в борьбу против Олега Гориславича и погиб в первой же битве. Мономах узнал об этом от старшего сына Мстислава, который сообщал отцу, что теперь сам идет на Олега войной, и просил помощи. Они оба, и Мстислав, и его погибший брат, были крестниками Олега. Младенцами тот держал их на руках, в те бесконечно далекие времена, когда он не был еще Гориславичем, когда они с Мономахом были молоды. Им и в голову не могло прийти, что крепкая дружба обернется смертельной враждой. Мономах отправил сына подкрепление, и Мстислав одержал победу. Но вслед за тем к Олегу поскакал гонец от Мономаха с личным письмом. Когда убили дитя мое и твое, следовало бы тебе, увидев тело его, сказать: «Увы мне, что я сделал. Вот сидит подле тебя другой сын твой крестный. Если же хочешь его убить, то вот он у тебя. А если начнешь каяться Богу, тогда и волость получишь добром, и наше сердце обратишь к себе. И лучше будем, чем прежде. Не враг я тебе, не мститель, ибо не хочу я зла». Мировая история не знает другого примера, когда победитель писал бы такое письмо своему поверженному врагу. Олег согласился заключить перемирие, но Мономах понимал, что дальше так продолжаться не может. Годами страна находилась в состоянии войны. Пока князья делили престолы, на их землях хозяйничали половцы, жгли города и деревни, а восстанавливать это было уже некому. Тысячи русских пленников продавались на рынках рабов от Византии до Хорезма. Усобицу необходимо было остановить любой ценой. И Мономах, приложив титанические усилия, созвал в Любичи первый общерусский съезд князей для устроения мира. Любичский съезд принял решение: каждый додержит отчину свою. То есть на смену лествичному принципу престола наследия по старшинству пришел наследственный принцип. Инициатором этого был Владимир Мономах, несмотря на то, что ему самому этот принцип был наименее выгоден. Говорили друг другу: «Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю». И на том целовали крест. Но спустя всего несколько дней пришло страшное известие. По приказу киевского князя Святополка схвачен и ослеплен князь Василька. Целью преступления было отобрать у Василька его земли, которые только что закрепили за ним на съезде князей. Ослепить соперника, чтобы лишить его власти. Ничего подобного на Руси еще не бывало. Это вероломство поразило Мономаха, как нож в сердце. Он с союзниками привел свои дружины к самому Киеву. Князь, столько сил потративший на восстановление мира, теперь сам был готов начать войну. Навстречу ему вышли киевляне и стали умолять заключить мир. Мономах остановил войска и начал мучительные переговоры. В конце концов, князья все же сумели договориться. И только тогда в Днепровских княжествах наступила долгожданная тишина. Мономах спокойно жил в любимом Переяславле. Он начал записывать свои размышления и впечатления
анализировать нелегкий опыт своей жизни. Единственный из русских правителей, Мономах создал серьезное литературное произведение. И не ради славы, а для наставления своим детям. Этот труд князь будет дорабатывать до конца жизни. Он станет его завещанием и получит название «Поучение Владимира Мономаха». Это произведение станет этической программой для многих поколений русских князей. Дети мои, убогих не забывайте и подавайте сироте. Неправого, невиновного не убивайте. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Старых чтите как отца, а молодых как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте. Лжи остерегайтесь и пьянства, и блуда. Оттого ведь душа погибает и тело. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему. Страх Божий имейте превыше всего. Если не будете помнить это, то чаще перечитывайте. И мне не будет стыдно. И вам будет хорошо. Из пяти сыновей больше всех на отца походил старший, Мстислав Харальд. Он княжил в Новгороде, жил в мире со всеми. Так же, как отец, Мстислав очень любил охоту на крупного зверя. И в конце концов случилось то, чего больше всего боялась его мать, княгиня Гита. Мстислава порвал медведь. Молодого князя принесли домой со вспоротым животом. Сутки напролет Гита не отходила от сына и молилась святому Пантелеймону. Молилась так, что близкие боялись за ее рассудок. Спустя несколько дней юный князь внезапно очнулся и рассказал о своем видении. Святой целитель Пантелеймон сказал ему: «Ты будешь здрав». Мстислав действительно выздоровел. А княгиня Гита стала собираться в дальнюю дорогу. Она дала обет совершить паломничество в Иерусалим. На Русь Гита не вернется. Она умрет где-то в Палестине, и там же будет похоронена. Вскоре после чудесного исцеления у Мстислава родится сын и получит в крещении имя Пантелеймон. Святой спасет и его много лет спустя, когда он израненный в страшной битве, будет умирать среди сотен тел в крови и грязи. Дружина узнает своего князя лишь по боевому шлему с изображением небесного покровителя. Мономаху было уже за 50. Жизнь клонилась к закату. Главной бедой русских земель оставалась вечная угроза половецких набегов. И Мономах решил устранить эту угрозу навсегда. Поразмыслив, князь разработал принципиально новую тактику войны. Не ждать, пока половцы пойдут в набег, а выходить им навстречу. И обязательно ранней весной, когда их кони ослаблены от бескормицы. Без своих коней половцы становились беспомощны. Эта тактика требовала строго согласованных действий русских князей. Мономаху стоило больших трудов уговорить их. Многие считали это безнадежным предприятием. Тем не менее, удалось собрать коалицию из 10 князей. Выступили в конце февраля. Впервые в дальний поход взяли священников. Чтобы ускорить движение, пехотинцев посадили на сани. За рекой Сулой, где снег уже сошел, сани бросили и пошли дальше, высылая далеко вперед сторожи, разведотряды. Перейдя Дон, войско облачилось в доспехи
и приготовилась к битве. Все понимали, в случае неудачи живым не вернется никто. Слишком далеко ушли они от своей земли. И только Мономах был уверен, что на их стороне небесное воинство, а значит, победа. Перед сражением походные священники читали молитвы и пели гимны Честному Кресту и Пресвятой Богородице. Воины подпевали как могли, глядя на горизонт, черный от нескончаемых половецких полчищ. Помолясь, прощались друг с другом. Здесь нам смерть. Достанем твердо. И двинулись половецкие полки и русские. И точно гром раздался треск сразившихся рядов. И послал Господь Бог ангелов помощи русским князьям. И стали наступать Владимир с полками своими. Видя это, обратились половцы в бегство. Эта победа была не просто военным успехом. Половцы откочевали далеко в степь, подальше от русских земель и от грозного Мономаха. Говорили, что устрашились все окрестные правители, а греческий царь даже прислал Мономаху богатые дары, чтобы тот не шел на Царьград. На основании этих рассказов много столетий спустя возникнет легенда о Мономаховых дарах, о том, что император Константин якобы передал князю Владимиру коронационные регалии. Золотой царский венец, пояс и бармы, ожерелье. В XVI веке венец русских царей получит название «Шапка Мономаха». Шапка Мономаха, выставленная в оружейной палате Московского Кремля, древнейшая из царских регалий, символ русского самодержавия. Ею венчались на царство русские цари от Ивана Грозного до Ивана Пятого, брата и соправителя Петра Великого. Но к Владимиру Мономаху этот венец не имеет никакого отношения. Золотая круглая шапка создана несколькими веками позже, предположительно восточными или греческими мастерами. В XV веке золотую основу дополнили соболиной опушкой, крупными драгоценными камнями и навершием в виде креста. Вопреки пословице «тяжела ты шапка Мономаха», вес венца относительно невелик – 993 грамма, в два раза меньше, чем вес большой императорской короны. В апреле 1113 года умер киевский князь Святополк. Киевляне отправили посольство к Владимиру Мономаху, прося его прийти на престол. Мономах категорически отказался. По обычаю, преимущественное право было за его двоюродными братьями. На следующий день в Киеве вспыхнуло восстание против ростовщиков. Поскольку христианство запрещало отдавать деньги в рост, то есть в долг под проценты, ростовщичеством занимались в основном иудеи. Главной причиной первого в русской истории еврейского погрома было не вероисповедание ростовщиков, а невероятно высокие разорительные проценты, которые они брали за свои финансовые операции. Киевские ростовщики предоставляли кредиты трех видов – на месяц, на треть года и на год. Наиболее высокими были проценты на краткосрочные кредиты. Если кредит превышал сумму в 3 гривны серебром, примерно 200 граммов, необходимо было заключение договора в присутствии послухов, свидетелей. Вознаграждение ростовщика за ссуду называлось «рез» и составляло 50% от всей суммы. Процентные ставки по кредитам не регулировались и могли достигать 3 рез – 150% поверх самой ссуды. Несостоятельный должник подлежал суду и мог быть не только лишен имущества, но и продан в рабство. И тогда киевляне в отчаянии послали второе посольство, которое поставило упрямому князю ультиматум. «Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет. Это не только евреев пограбят,
А еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри. И будешь ты ответ держать, князь. «27 апреля 1113 года весь Киев встречал великого князя Владимира Мономаха. Первым делом князь устранил причину восстания. В Киеве вступил в действие новый финансовый порядок – устав Владимира Мономаха, который позже станет частью русской правды. Была установлена максимальная ставка по кредитам – 2 резы, то есть 100% суммы долга. Долги, по которым уже выплатили 3 резы, то есть 150%, считались уплаченными и аннулировались. Так же, как и процент на суды тех купцов, которые потеряли свои средства из-за форс-мажорных обстоятельств – ограбления или кораблекрушения. Владимир Всеволодович стал киевским князем в 60 лет. По тем временам глубокая старость. Ровесники и друзья уходили один за другим. Давно упокоился заклятый друг, беспокойный Олег Гориславич. В горячих песках Палестины вечным сном спала княгиня Гита. Сыновья разъехались по своим делам. Рядом с Мономахом оставался только митрополит Никифор, такой же неугомонный старик, которому до всего было дело. Они беседовали по-гречески. Для князя это был язык его детства, а владыка родом грек, за множеством дел как-то не успел выучить русский. И традиционное обращение митрополита к князю, написанное Никифором, пришлось переводить с греческого, чтобы услышали и поняли все. Что следует говорить такому князю, который больше на голой земле спит и по лесам ходя нищенскую носит одежду и обувь, на лыжах бегая? И лишь по необходимости в город входя ради властительских дел в княжеские одежды облачается. Ведомо нам, что для других ты обеды светлые готовишь и сам служишь и работаешь руками своими. И когда другие объедаются и упиваются, ты сидишь и смотришь, обходясь малой пищей и малым количеством воды. И никогда ты не прятал сокровищ, не считал золота или серебра, но все раздавал, даже и до сих пор. Владимир Мономах правил в Киеве 12 лет, из которых ни одного дня не провел праздно. Разными способами, в том числе через династические браки, объединил обособленные русские княжества, фактически восстановив государство в границах времен Ярослава Мудрого. Мономах строил новые храмы в разных землях, делал большие вклады в церкви и монастыри не только на Руси, но и за ее пределами. При нем, и, возможно, по его инициативе, была создана редакция летописи «Повесть временных лет». Летописание на Руси началось еще в XI столетии. Его вели ученые-монахи. В начале XII века инок Киево-Печерского монастыря Нестор собрал древнейшие летописи, добавил к ним описание последних лет и создал обширный летописный свод, известный сегодня как «Повесть временных лет». Основной документ по истории древнерусского государства, династии Рюриковичей и распространения христианства на Руси. Разменяв 8-й десяток, Мономах захотел хотя бы еще раз увидеть свой родной Переяславль. По дороге, на реке Альти, недалеко от церкви святых мучеников Бориса и Глеба, старый князь почувствовал, что земной путь его подходит к концу. Он успел добраться до храма, исповедовался и причастился святых даров. Он достиг всех своих целей. Всех помирил
все устроил. 19 мая 1125 года великий князь Владимир Всеволодович принял мирную христианскую кончину. Слушая эту грамотку, не посмейтесь. Но кому она будет люба, пусть примет ее в сердце свое. Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеется, а так скажет. На дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил. После смерти Мономаха Русь не распалась на отдельные земли. Страну удержал его младший сын, князь Мстислав, прозванный Великим. Он во всем следовал заветам отца. Мирил князей, расширял пределы государства и оборонял его границы. Но после смерти Мстислава стремительный распад государства на отдельные независимые княжества остановить не смог уже никто. Из 1132 года Единая Древняя Русь фактически перестала существовать. Но Владимир Мономах оставил своим потомкам путь к возрождению Руси как единого целого. На этом пути потребовалась не столько политическая воля, сколько умение пожертвовать выгодой ради высокой цели. Это оказалось под силу только ему, выдающемуся полководцу и политику, талантливому писателю и вечному труженику. И потому именно его имя спустя века остается символом власти, как тяжелейшей ответственности за судьбы миллионов людей. В соборе Святой Софии Киевской сохранилась высеченная надпись, сделанная рукой князя Владимира Всеволодовича в крещении Василия. Господи, помози рабу Твоему Василию грешнику. Помози ему, Господи.